объект введен в эксплуатацию в 1970 году. Нормальная полная емкость составляет водохранилище 693 миллиона кубометров воды. Надо сказать, что в 2022 году этот объект полностью прошел многофакторное обследование. И в 2023 году мы получили декларацию безопасности. По результатам анализа и акта обследования техническое состояние гидроузлов удовлетворительное. В настоящее время перелив составляет 4 метра 15 сантиметров. С начала паводка на сегодняшний день мы пропустили 1,5 миллиарда кубометров воды. Суточный объем составляет 529 миллионов кубов воды. Мы думаем, что весь паводок сейчас пропустим. В настоящее время уровень воды стабилизировался.